Так, короче, стоит он недорого. 450. Ой, я сейчас сразу же второго могу поставить. Мой, мамочки, что-то тут куча их идет уже. Воу-воу-воу-воу, я могу уже апнуть на пятый уровень снайпера. И лавовые уже пошли. Бенчик, друзья, всем привет, с вами Капанда. И сегодня в Roblox Tower Battles мы с вами затестим, на что способен снайпер. Только один снайпер, дядька, сидящий в кустах с большой пушкой. И больше никого, да? 450, ладно. Ну что, давайте ставим, куда поставим. Давайте начнем с самого краешка, вот сюда максимально. Бенчик. Так, короче, стоит он недорого. 450. Ой, я сейчас сразу же второго могу поставить. Сносит он на первом уровне по троечке. В принципе, это немного, но и стоит он не особо дорого. Так, давайте второго поставим. Блин, он какой-то сильно жирный, а? Слишком много места занимает. Так, на втором уровне, когда мы его апаем, у него увеличивается радиус обзора. Вот этот вот. На третьем уровне у него появляется возможность видеть уже невидимых хайденов. На четвертом у него урон возрастает до 10, то есть уже по десятке начинает сносить. А на пятом уровне он сносит по 30. Ой, мамочки, а вот сюда хоть... Увидели. Так, ну что, еще одного? Давайте ставим третьего. Максимальное количество, я хочу их поставить. Сколько, как подумаете, мы сможем продержаться? Во, мне кажется, ну, максимум где-то 13-15. Только с одними снайперами. Ладно, посмотрим, что из этого выйдет. Давайте, кстати, глянем, что у нас там у соседа творится. Ага, ой, так это у нас даже не сосед, а соседка. Привет. О, у нее тоже снайпер. И скауты. Ладненько, прикольно. Так, а у меня 650. Мне нужно срочно поставить еще одного. Давайте, по 3 они будут сносить. Получается, каждый 12 не сносит. 4 штуки по троечке. Ну ладно, пускай сносят. Так. Какой план? План такой: поставить максимальное их количество, 15 штук. Либо одного проапать. Потом, если останутся деньги, буду максимально апать. Потому что если один сносит троечку, а на пятый уровень сносит 30. Получается, один пятого уровня приравнивается к 30. А нет, к 10. Да, все правильно, к 10 обычным первого уровня. Но суть в том, что если он стреляет этот пятого уровня, у которого урон по 30, по какому-нибудь мелкому мобу, у кого там 4 жизни, например, тогда весь оставшийся урон уходит в молоко. То есть он стреляет по 30, а сносит всего, получается, 4. Поэтому я максимальное количество хочу их сейчас поставить. Как можно больше их поставим. Вот здесь навтыкаем. И потом вот здесь еще навтыкаем. Да? Да, план вот такой. Что мы еще, кстати, можем же поставить? Конечно, можем. Так. Вот сюда. Лобыська готова. О, у нас уже 7-я волна. На 7-й волне пойдет босс сейчас. И у босса будет 180 жизней. Это будет наше первое испытание. Так. Ой, у нее там уже 3 снайпера и 3 скаута. Ну что, нормуль. Так. Что, еще одного можем поставить? Нет, не можем. Сколько у нас их? 6 штук пока. Сейчас 7-го. Самого счастливого воткнем. А давайте счастливого вот сюда воткнем. Пускай здесь стоит. Да? Давайте вот так на самую краешку, как можно ближе к центру ставим. Оп. Есть, готово. Только не упади, товарищ, только не упади. Смотрите, у него аж кусок булочки маленько свисает. Бок. Ладно. Так, сколько у нас? 6, 7, 8. Куда воткнем? Так, сверху глянем. Ну, не знаю, давайте, наверное, все-таки вот сюда его на забор. Пускай на заборе повисит. Товарищ. Потеснись. Опа, готово. Как можно плотнее ставим их, чтобы они плотничком стояли. Хотя тут еще можно было Боинг целый посадить. Самолет. Куча места у них, но они, видимо, любят, чтобы было все посвободнее. Так, босс идет 130 жизней. Сейчас пока добегу до соседки, до нашей, у нас уже будет где-то 120. Ого, а у них еще даже эти идут. Мамочки, как бы тут нам еще выжить-то? Точнее, ей выжить. То получится. Так, я-то играю не ради победы, а мне просто надо затестить, на что способен наш снайпер. Ну, мне кажется, где-то 13 волн мы еще сможем продержаться. Самое главное, чтобы еще она продержалась. Ладно, мы будем держать за нее кулачки. Так,
А где босс? А все, босса раскатали, да? А у нее босс? Ну-ка глянем, глянем, глянем. Босс пока еще идет. Ой, мамочки, у него еще и 100 жизней. Ладно, будем надеяться, все будет нормально. А что мы можем? А мы можем еще парочку поставить. Две штучки, да? Два снайпера. Так, поставим вот сюда самый уголок, чтоб никто не уволок. Есть. И еще одного. Так, 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 так. О, можно даже на второй этаж поставить. Я там на первый вот так удачно поставил, а теперь на второй. Ха, прикольно, да? Из-за того, что здесь разница, перепад по высоте, можно было их поставить практически одного на одного. Один на одинешеньку. Все понятно. Так, сколько у нас уже их? 7 и 3, 10 снайперов. О, так я еще почти 2 могу поставить. Мамочки, не идут невидимые. Так, 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 так. Быстро, быстро, быстро прапать. Раз, два. Все, теперь видят. Так, и еще одного прапаем. Раз, два. Что-то я забыл-то совсем. Что невидимые-то пойдут. Ну-ка, как у соседки там дела? Так, пока все нормуль, да, у нас? Так, пока все нормуль. Так, 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 забегаем, глянем, что здесь. Она, наверное, не апала, да? Ага, она никого не проапала. Вот ей сейчас будет больно. Сейчас эти невидимые все и проползут. Так, 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 так. Все, здесь мы завалили двух боссов. Ну, не знаю, завалим, не завалим. Так, еще можно поставить. Куда? Куда, куда, куда? Ну, давайте, наверное, вот сюда. Раз, одного. Давай, товарищ, залазь. И второго вот сюда. Давай, товарищ. Давай, вмещайся, булочки свои. Так, мы еще можем? Да, еще можем. И, наверное... Может сюда? Нет, нет, нет. Вот сюда, на самый верх. На самый верх. Опа, на. Все, на самый верх воткнули. Все. Так, там у нас 7, да, по-моему? Нет, уже 8. И здесь 5. А, так еще кучу можно воткнуть. Ой, мамочки, что-то тут куча их идет уже. Так, снайпер, снайпер. Вот здесь. Чтобы видел невидимых. И где, где, где? Давай вот здесь. Ну и чё? Выживет она, не выживет? Ой, мамочки, что-то, по-моему, проблемы. По-моему, проблемы. Так, а у нее только снайперы одни. А, нет, вон еще. А, ну да, это пикалетчик, все понятно. Так, 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 ладно, все, будет нормуль. Самое главное дожить до 17 волны, потому что будет босс на 17 волне. Мне кажется, там будет очень жестко. Так, 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 так. У нас одни только снайперы. И все, мы всех раскатали. Короче, как обычно, я переживаю только за своего товарища. Не, мне кажется, снайперы босса второго уровня, у которого будет 1700 жизни, точно не поборят. Ой, мамочки, а здесь у нас проблемы, да? Так, так, так. Печалька. Так, она там вроде еще пока держится. Более-менее еще живем. Так, 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 1600. Ну что, давайте мы, наверное, проапаем максимально какого-нибудь снайпера. Давайте вот этого, наверное. Он больше-менее по центру, да, стоит? Или вот этого верхнего? О, давайте вот этого верхнего. Он уже тем более обнутый. Так, 800. Вау, 3600 нужно Mountain View, чтобы его кемпером сделать. 3600, это очень много. Но зато он теперь у нас снимает по десятке, да? Да, но на 3600 он будет снимать уже по 30. Это весьма неплохо. Но сейчас на 16, на 17 волне пойдет еще у нас босс, у которого будет 1600 жизней. Того мы точно не завалим. А, еще вот эти куча невидимых. Мистери, точнее, которые спаунят случайным образом. Самое главное, чтобы они не спаунили нам здесь боссов. Вот одного уже наспаунили. Ой, мамочки, второго наспаунили. Обалдеть. Ну, двоих еще, может, там и завалим, но вот. Главное, чтобы не 4, не 5 было. Так, так, так. Ну, еще. Где еще разок? Так, так, так. Все, нормуль, вроде нормуль. Двоих мы должны завалить. Глянем, что там у соседки у нашей. Лейрон Фанта, как дела у тебя? Ой, мамочки, вот лучше бы мне так бы сделали. А у нее 4 босса. Вот 4 боссов будет тяжеловато побить. Очень-очень. Но ничего, мы в нее верим, да? Конечно, верим. Так, 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 так. Воу-воу-воу-воу, я могу уже апнуть на 5 уровень снайпера. 4000 у меня, 4400 даже. Так, 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 бегом, 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 бегом. Где наш? Чувачелла, чувачелла. Самый продвинутый. Так, нет. Вот он.
Ну что, апаем? Ну-ка, где он? И бенчик. О, черная у него снайперская винтовка появилась. Клевая. Так, ну-ка, могу я еще кого воткнуть? Да, я даже еще могу кого-то воткнуть. Так, может туда вниз его поставить? Нет, сюда вниз не хочу. Поставим где-нибудь сверху, вот так вот. Так, готово. И вот здесь вот с краешку. Опа, натики, готово. 450. Ну-ка, глянем, как дела там одним глазком. Одним глазком. Все, вроде нормуль. Все, нормуль. Все в шоколадке. Так, и получается все. 15 штук я их поставил, да. 15 снайперов у меня. Вот он, один красавчик апгрейженный. Еще с кока-колой. Mountain Dew, точнее. Это бы я поставил, да хоть стрелял. Так, 750. Ну что, давайте еще будем апать, наверное, вот этого верхнего. Да? А, да, максимально хочу его проапать. Тоже 3600 нужно накопить. Ну вот все, идет босс, кстати, у которого 1600 жизней. Вот его, кстати, мы вряд ли побьем. Это как пить дать. Не, глянем, что у соседа. У соседушки, у нашей, как дела? Так, 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 босс идет. Потом еще некромант идет. И вот здесь толстый. Да, вот это будет тяжко, конечно. Это стопудовки. Мне кажется, либо она первая не затащит, либо я не затащу. Но кто-то из них, кто-то из нас, точнее, первый точно сольется. Но мне кажется, оба примерно будет наравне. А, капец. Так, а может мне, кстати, проапать лучше 3600 не копить. А, кстати, подождите, может и есть-то шанс, кстати, его завалить. Да, уже половину мы отняли. Кстати, чем хорошая эта карта, она очень длинная. У нас есть шанс, мне кажется, его побороть. Так, на 3600 я поставлю. Теперь я схожу, гляну, как там у Фанты дела. Так, 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 по боссу начала только сейчас. Не, нормально, уже 1000 тоже осталось. Вау, вау, да неужели снайпер сможет затащить 18-ю волну? Ну, точнее, этот босс идет с 17-й. Е, мы затащили, точно, я не думал. Я не думал, что одни снайперы смогут побить босса 2-го уровня. Обалдеть, нормально. Ну, у нас 18-я, но уже, мне кажется, все. Вот эта волна точно будет последняя для нас. Вау, я могу апнуть. Так, на, товарищ, держи тебе снайперскую винтовку черную. Бенчик, готово. Короче, у меня уже апнутые два снайпера на 5-й уровень. Так, 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 кого еще бы проапать? Наверное, вот этого, наверное, здесь больше, ближе всего. Давайте за 800 и за 3600 тоже его апнем. Так, глянем, как там дела. Я, как обычно, переживаю больше не за себя, а за соседей. Так, 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 босс. А что у босса осталось? У босса осталось 200 всего, но зато тут еще куча идет. Обалдеть. Мне кажется, я думал, что я первый сольюсь, но что-то теперь я уже сомневаюсь, что первый сольется. Так, 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 так. И что мы, 3600? Нет, пока не можем. У нас 1800. Все зачищено, все зачищено. И здесь тоже все более-менее. Идут два босса. И лавовые уже пошли. Лавовые идут. И здесь у нас... А, все, она босса тоже зачистила. Молодец. Ну, здесь мелочевку, это тоже мы разберемся. И лавовые, вот это их по 120 идет, очень много. Это будет очень печально. Так, я, между прочим, уже почти апнул на 5-й уровень 3-й снайпера. Ну, дружище, давай. Бенчик, готово. Все, раз товарищ, два товарищ. И три товарищ. Три товарища у нас на 5-й уровень, бомбически. Так, ну что, кого следующего будем апать? Если мы доживем, конечно. О, еще куча хайденов идет, обалдеть. Так, за 120, за 300, за 800 пока денег не хватает. Ладно, у нас пока более-менее все ровненько, глянем, как тут дела. И у нее тоже, кстати, более-менее дела, она уже проапала. О, все, два босса 2-го уровня, все, это точно последняя волна. 22-я, обалдеть, одними снайперами можно дойти до 22-й волны. Вот этих двух-то мы точно не завалим. Да, я думаю, что 22-я волна последняя. Пока они, кстати, дойдут, но может 23-я начнется еще. Но, как говорится, это не точно. 3600 не хватает пока, чтобы апнуть 4-го снайпера на 5-й левел. А, уже и хайдены. Ну-ка, по хайденов-то они хотя бы видят. Хайден боссов видят, да? Самое главное, что боссов хотя бы хайденов видят. Это уже хорошо. Так, так, так. Не, ну все, тут нам точно хана. 22-я волна. Ну, если честно, я думал гораздо меньше. Думал, может там, сколько я говорил, 12-15 примерно. Так, так, так. У нее тоже видят. Ага, они
ну не почти, 650, где-то четверть только эти. А, еще эти идут. Лавовые. Все, 23-я волна уже. Обалдешки, 23-я, это очень хорошо. А, ну она, наверное, последняя. Но максимум, пока они до сюда дойдут, может быть, начнется уже 24-я, либо 25-я. Но волну... О-о-о, 3600, тихо. Все, мы апнули. Все, у меня 4 снайпера. Раз, два, три. 4. 4 штуки, апнутые на 5 уровень. Ну что, какого вот этого может апнуть? Ну, какого больше радиус обзора? Вот здесь? Либо вот здесь? Даже не знаю. Не, наверное, давайте я вот этого буду апать, который в начале. Так, 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 так. Проапали. 5 уровня, чтобы сделать 5 снайпера. 5 уровень, 5 снайпер. Кстати, сейчас скоро уже. Осталось-то 1000 всего. Так, так, так. Давай булочки свои наверх. Что-то я застрял, не могу. Эй, а что я не могу запрыгнуть? Отсчет того, что кто-то слишком много ест. Так, у нее тоже все нормуль. Мамочки, 24-я волна уже. Обалдешечки, кокешечки. 3600, все. 5 снайперов 5 уровня. И только одними снайперами, даже без ферм. Но все, мне 24-я точно, наверное, последняя. Так, этого мы завалим, этого-то мы завалим. А вот этот еще целенький, целехенький идет. Так, 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 как у кого еще? Давайте вот этого максимально сейчас проапаем. Все, готово. Так, глянем, как там на той стороне делишечки. Уай, тоже все плохо, и у меня все плохо. Два босса идут. Да, все понятно, нам ханашки. Вау, 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 тут еще и хайдены идут. И вот этот, так, 25-я волна, обалдеть. Не, нормально мы продержались. Так, 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 так. И я хотел апнуть, апнуть, апнуть. Кого, кого, кого? Где наш какой-нибудь? Вот, 3600, 6 уже. То есть я продержался до 25-й волны одними снайперами. И еще и апнул 6 снайперов на 5-й уровень. Обалдеть. Ну что, давайте еще кого-нибудь проапаем. Вот этого, наверное. Товарищ, выделяйся давай. А, он тоже у нас, что ли? Нет, он не тоже. Почему он пятого? Ладно, вот этого хотя бы. Та-та-та-та-та-та-та. 3600 не хватает. О, мамочки, да мы тут почти, наверное, за... Ну, конечно, почти-то это далеко сказано. 26-я волна, обалдеть. Ну, это, блин, круто. Одними снайперами я не думал, что до сюда доживу. Вообще, если честно, вообще не думал. Так, а там проблема у нас. Там у нас проблема. Но все равно, я бы дальше бы уже, наверное, и не дошел. А, у меня тоже два хайдена идут. Нет, нет, один, 700, все понятно. Все, вот он прошел. С этого мы точно не идут. Короче, 26-я волна. Один снайпер способен на 26 волн. Я выиграл, но еще буквально бы 10 секунд бы я бы тоже проиграл. То, что хайден бы до туда дошел. Блин, прикольно, я не думал, что снайпер такой сильный, в принципе. Конечно, он слабее риоганера, зеда там и миниганчика, но за эти деньги, тем более 3600 стоит всего его апнуть на 5 уровень, это не так дорого. Все, друзья, я справился с задачей, мы затестили вместе с вами снайпера. Теперь будем знать, на что он способен, с какого он теста сделан. Все, друзья, спасибо за просмотр, с вами был Капанда.